Возвращаемся к вам. Извини, но сейчас у тебя что-то взорвется. Да. О, нитро. Ты добавил себе нитро? Нет, не стал. А я добавил. Это круто. Догадываюсь, но нам нужно распределиться, кому же все-таки доставлять вот это что-то там. Тут даже есть этот звук такой, знаешь, это балдов, посвистывание такое. Ну, я понял, да. Зомби на меня дышат, и мне как-то неприятно. А интересно, если я рядом буду с тобой нитро использовать, как-нибудь это услышишь? Я это увижу, как минимум. Думаешь? Ну-ка, притормози, чуть-чуть, сейчас тебя обгоню. У тебя есть нитро, ты меня и так обгонишь. Оно кончается довольно-таки быстро. Ау. Ау-ау. Фу, вонючка. Ну, какой-то взрыв я услышал. Я так полагаю, что это все-таки не нитро. Нет. Это этот, который взрывается. Кстати, нитро не особо прибавляет мощности. Потому да. Как... Ты меня не догнал. Да. Он полезен, знаешь, чем? Что это... Резкий рывок такой. Ну да, в замесе где-нибудь вот едешь, чтобы скорость не терять. Hello, stranger. Hello, stranger. Музыки не хватает в игре. Это такой бодрячковый. Странная просьба. Чё там? Чё там? А, ты сдаешь квест? Бегу. Угу. Можешь ли мне привезти пакет? Кто это? О, это кид, который их рисует. Я бросаю их отсюда. Но что это? Что-то, что кид сжигал. His mother took a job in Haran before the outbreak, left him with his grandparents. She was supposed to send him a gift, I guess. But you know what happened. Doesn't matter. Just toss it. Какая познавательная речь. Моя посылка у мистера постмистера. Можете принести мою посылку. Печалька, печалька, печалька. So this whole time the kid's been waiting on a present? Christ. Sad, I know. But the sooner he gets used to being sad, the better. So, you're one of the faceless. Will you let me speak to the mother? You think she would speak with a stranger? No, but you are on the right path if you wish to join our ranks. Be patient. What's your name? Kyle Crane. You have a long road ahead of you, Kyle Crane. Do not stray from it. And may this help you in your struggle. That's all we have to say to you for now. Oh. Это круто. You can leave now, newcomer. Вон тут 4 попутки. Награда за печенье бегуна. А, за печень, тьфу ты, блин. За какое печень? Jazeera, I gotta ask. Why the hell do you want Bolter livers? They keep desecrating the graves of our beloved. Okay, but the livers... For heaven's sake, don't they teach you anything in the city? It's about the smell. You can use it to attract more of the same kind. It's the thesmo. Pheromones. Yes, that's what I said. Or could you use it to scare them off? And that's what I wanted to say. You learn fast, boy. Okay, so these bolters are attracted to fresh bodies you, what, leave for the wind? Yes. If you see a bolter, just run it over with your car, okay? That'd be much appreciated. And remember about the livers. Про печенье. Да, мы не забудем про печенье. А в полях пригороде быстроногим бегунам настолько уютно, что они предпочитают охотиться днем, отсыпаться ночью. Бегунов легче всего найти, если на весь часе угодья отмеченные на вашей карте. Помните, их очень быстро бегают. И тогда знаете, куда проще на машине, нежели пешком. Мы же их ловили. Ай, здорово! Мы же их ловили, да? Да. Назан, вот уже 2 дня как пропала, думаю, она вновь отправилась к своему прежнему дому одна. А она до чертиков боится, что бандиты украдут барахло ее бабушки. Не мог бы
кто-нибудь поискать Назан, прошу. Бухло ее бабушки. А прихожане Аршаны Терхи собрались превратить свою ферму в приют для нуждающихся. Увы, они столкнулись с непредвиденными братьями и сестрами на нашу долю. Вновь выпали испытания. На сей раз это новая порода нежити. Невероятно сильные выродки, которые мы пока не научились убивать. Просим помолиться за упокой Аршана и Терхи. Ненавижу такие имена. А также выказать поддержку Элиму и Мелих, которые пусть и спаслись, но тяжко переживают из-за гибели лучших друзей. Прихожане, этим вечером мы просим вас почтить память Эркана и его семьи и возлагаем надежды на то, что матерь придаст его дочери сил совладать с горем. Братья и сестры, не отпускайте рук, сколь бы тяжкие невзгоды не пали на ваши плечи из-за чудовищ. Незамедлительно сообщайте о людях, о любых чужаках. Нельзя, чтобы нас вновь застали врасплох, так же, как Эркана с семейством. Сообщайте о всех людях. Those bandits who took over Эркан's farm. Aren't you afraid they're gonna target you guys next? Here we can handle them, but we're no soldiers. I won't send people to die out there. Well, your set of skills might come in handy in this situation. Just talk to Eski. She'll explain the kind of scum you'll be dealing with. And maybe try to find Polat too. He used to work at Erkam's farm. Maybe he'll have something useful to tell you. Окей. Короче, искать печенье и рассказывать о людях. Угу. Вон там еще какая-то сюжетка, тоже может возьмем. Вот тут сюжетка. У мелкого. Давай сначала к этому. Латиф. Это такой Полат. Полат. Такой Полат. Вот, кстати, это самое. Я, наверное, скажу это еще не раз. Но достаточно-таки добротное дополнение, да, заметьте. Не просто какие-то там машинки добавили, да, чтобы покататься, локацию там, чтобы побегать, а нормальную сюжетку сделали, то есть. Наверное. Пока не знаю. Посмотрим. Hey, Polat. I'm thinking about heading to Erkan's farm. You're crazy, mister. That's suicide. Hey, let me be the judge of that. Besides, the bandits might target this place next. Let them fucking try. After what they did to that girl, there won't be no mercy. Well, if you feel that way, then why wait? Why not take revenge right now? Don't get all high and mighty with me, mister. We are angry, true. But we are not crazy. You want to get yourself killed? I think I can handle some thugs with guns. I heard you might be able to help me. Jazeer said you worked at that farm? Work there I did, true. If you really do want to go there, follow the wall and go east of the entrance. There's a hole in that high wall. You could probably use it to sneak in. Mm-hmm. Sneaky-beaky-like. Окейшки. Так, надо продать барахло. Попрыгать надо лучше. Hey kid, I gotta drop by the post office so I could check and see if your package is there. Do you know what's inside? A present? From mommy? She wrote and said she was sending me a surprise present. She's coming back after I get it too. And she can play with me again. Mm-hmm. Боюсь, подарок ты получишь, а вот посылку навряд ли. Ну, маму вместе посылкой. Wait. Aren't you Kyle Crane? The man the farmers are all whispering about. Great to meet you. Да-да, мы именно тут, Кайл Крейг. Так, у него можно опять купить болты. Патроны к автомату, винтовочные, пистолетные патроны. Так, мне бы надо в идеале сменить... Hello. What I have for sale you can't find on a farm. А, так у меня... У меня, оказывается, есть смертельный пожарный топор, который... 200 урона. Ну так, а мы же с тобой делали. Ты шел в бугая такого, а я типа в этого. Да-да-да. Я это... против мелких и против больших. Можно все продать. Так, мешочки всякие, косметика, кофе. Ну, кстати говоря, самое интересное, даже вот, ну, я в машине сижу на заднем сиденье,
И он довольно неплохо, скажем так, отыгрывает свое присутствие. Так, улучшить авто. Деталь турбины, деталь двигателя. Ага. Поехали. Блин, у меня болтов нет, чтобы починить. Будешь гонять на раздолбанной тачке, ничего с тобой не случится. Ну-ка, есть звук? Послушай. Да, там, типа, выстрел. Не надо было так меня прижимать к дереву. Нам так, в другую сторону. Думаешь? А, подожди, у тебя какое отслеживается? Даст. Такое задание отслеживается. У меня бегун отслеживается в 70 метрах от нас. Бегун, беги, бегун, беги. Ряни, Форести, ряни, ряни. Ты что, гоняешь там его? Я его найти не могу. М? Я его найти не могу. Так, где печаль бегуна? Да нафиг ты назад свёл? Ладно, поехали по заданиям. Он, наверное, где-нибудь здесь бродит. Оу. О, мы же траву можем еще собирать, я и забыл. Ладно. Хрен с ним. О, можешь меня в пиндюрице, я застрял? Да. Ты сейчас так хренак тоже застрял, да? Помог? Не. Ты в бочину не побоись. Спели. А, все понял, как ты застрял, сейчас. Я же говорю, ты в бочину побоись или взад. Чтоб я вылетел. Сейчас разгонюсь. Как-то так, да. Взрывы такие. Бетон разлетает. Вау, я бомбалейла взорвал. Помнишь взрывных чуваков? Угу. Кажется, на него наехать. Оу! Кура пошла вон отсюда. Как этот дурында бьет. Сбросить никак не могу. Врежься во что-нибудь. Или затормози. Затормози, помогло. Помогло? О, привет. Привет. Куда едем? Вперед, только вперед. У меня подвеска полностью убита. Капец, они так ударяют, что у меня машину разворачивает. Так, а куда мы едем-то на самом-то деле? Так у нас бегун отслеживается, надо задание какое-нибудь выбрать. Выбери. У меня двигатель накрылся и турбина. Машина вообще не едет. А у меня подвеска, как я и сказал. Управляемость машины 4. Thank you.
Ну чё, где ты? Охренеть, как долго я это открывал. Очень острая ножовка здесь есть. Поехали? Угу. Попутно в навыках нужно развить следующий навык. Усиление. Усиленный корпус позволяет улучшению усилить корпус, чтобы будет получать меньше урона, реже требует ремонта. А также мину кладчик можно сделать. Но, естественно, я сделаю сначала усиление. Я тоже поставил. О, у тебя двери появились. У тебя тоже двери есть. А, кислота. А, подвинься. Один хп. Нет. Сука. Видите чат. Сейчас тебе введу. Чат. Оу! Где она? Я чуть-чуть убил. Так, где моя тачка? Я чуть-чуть дом сломал. Задание или как? Нет. Ладно. Винсон. Едем, едем, едем. Далекие края. А, чувак, там жопа. Они ближнего боя, так что пофиг. Wake up. So many. Wake up in the morning. О, да. О, что это такое? О! Ух ты. Теперь я чужак. Please take this. You saved my life. Блин, у меня даже одного болта нету. Идите болты находите. Так, что у нас там за, по заданиям-то? Просьба о помощи. Зачистите область. О, поехали. Сложность очень трудно. Так, а кстати, уровень один, но типа очков мне не дали. Я думал, мне дадут очки. Так, куда нам надо-то? Туда. Так, синька. Чем гейм на синька? Сейчас подожди секунду. Так, металь турбины. Блин, у меня тачка вообще не едет. Может, есть смысл пока на моей поездить? Да нет, как бы я... От тебя-то я не особо отстаю, просто видно, что не тянет. Каешка. Не трулечку даешь, и нормально, едет. Ну как-то так. Just making me mad. Oh. Fuck. Знаешь,
Я посоветовал бы тебе здесь очень быстро закупиться. Да не назад, дебил! Где тут ничего нету? А, вот. Валим. Опять ты назад сел, сука. Я вроде расчистил тебя более-менее от зомби. Так вылазь. Мачете, какой мачете? Не надо мне мачете, в машину садись. О, пугало. Оп. Все, погнали. 175 из 500. У меня тоже где-то так же. Просто конченая подвеска. Хорошо, у тебя подвеска. Я вот еду 50. Я почти 80. А, кислота. Та же хрень. Так. Ой, я до 60 разогнался. 85. Да я топлю. 85 где-то разогнался. А, кислота, фак. Просто кислота, фак. Конечно, это неприятно, когда ты по колено в кислоте. Как только еще покрышки нет. Не разорвало. Не знаю. Вот, видишь, я тебя догнал. Они с антиокислотно-пригарным покрытием. Плакальщик. Блин. Серьезно? Вот, вот мы и вернулись к тебе, друже. Ты лучше это самое, не стреляй, а то сейчас набегут. И как мы его будем убивать? Не знаю, я тачку взламываю. О, аптечки. Я просто в голове как бы. Шумигам. Принимай спумизан. Нет людей. Как нам убить плакальщика? У него хп-то хоть есть, нету? Вау! Да, вот, вот это, я чувствую, я предполагаю... Я выглянул из забора и получил камнем. Ты потом посмотришь. Да блин, опять! Что за тайминги? Хорошо. Знаешь... Да ё! У меня такое ощущение, что вот эта вот красная полоска, это его хп. Ну, нет. Да ты что, издеваешься, что ли? Он сквозь стену меня бьет камнями. Ты сейчас скажи, что он в тебя каждый раз попадает. Я тут, я тут. Не-не-не-не-не-не. Может, гранатками кинуть? Пожалуйста. Он кидает работает. Что-то сюда. Я потушу его, я потушу. Оу! Да ё... Весело, да? Да капец. Я с дома упал. Меня убили. Подними меня, там зомби. Бегу еще. О, они меня подкинули к тебе. Не, чувак, я тебя не смогу поднять. В смысле? В смысле, сейчас, погоди. Кинь там, я не знаю, гранату замораживающую. У меня нет таких. 5 секунд. 4. Штяк. Ой, не то кинул. А, фак! Нет! Да чё ты не залез-то? Да ты дебил! Он не зацепился за крышу. У меня зацепился, но очень печально. Надо здесь зону зачистить, чтобы этих не было, а то они мешают, реально.
12. Три, два, один. А, не успел. Че ты так долго думал? Я создавал это. Коктейль Молотова. Коктейль Молотова. Ты быстрее там всех перекромсал. Не, у меня, кстати, кромсает так долго. Ага, фак, я сам умер. Ну, подожди, я, может, 30 успею. Секунд, давай быстрее. 20 секунд. Десять секунд. Восемь, семь, шесть, пять, четыре. Да капец. Я крутанулся, почему они не сдохли? Должно было там разорвать фарш. Я опять просрал до хрена, да? Наверное, да. Офигенно. 57 тысяч. Да, детка. У нас получается первые серии вообще бесполезные. Да, там, да. Чтобы дойти там, надо через много пройти. И все же надо всех их убить, а то они реально мешать будут. Как его вообще убивать? Он меня чуть ли не ваншотает. Камни летают. Вау! Камень! Реально? Серьезно? Вы издеваетесь? Бежать. Так, все. Да ладно! Че, камнем прилетело? Да. Я как говорю. Убивать, серьезно? Он какой-то сверх это. Сверхний человек. Выпрыгивай! Не, я так понимаю, что плакальщик — это его здоровье вот это вот. Нет, 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 беги, чувак. А, камень! Бьем, бьем, бьем. Ай. 17 хп, фаааа. Ой, ну я не знаю. Ага. Я только подошел к забору. Я на забор запрыгиваю, знаешь, такая рука. По щечке. Ну да, конечно. Огоньками-то ты его по-любому убьешь. Подними лучше меня, пока он там камнями кидает. Вот так, да? Я даже не вижу, где ты. Я в углу за домом. Прекрасно. Спрятаться. Понятно. А я? Ты же должен быть в таунте. Ау. Я, походу, тоже в таунте. Чувак. Прощай. Я думал, успею. Но я не успел. 270. Лол, очков легенды потеряно. Ну, как бы это точно не его здоровье, потому как... Но вообще не отнимается. Да. Ая, зато у нас отнимается от души. А, нет! Yeah.
Кого интересно? В тебя кидал. Нет, рука! Нога! Прыгай ко мне сразу! Ко мне прыгай сюда! Отпустите! Я не видел, что там происходит, и не хочу, честно говоря, видеть. Чё он там машет? По-моему, будет больно. Да как так-то? У него такой рейндж дикий.